Енотик, привет. Прием, то есть. Говорит Зяблик, к штурму готовы. Зяблик, это енотик. Прием, без команды не начинать. Повторяю, без команды не начинать. Ждите. Ждем, ждем, все, чего, вольно. Ой, когда мы уже эти кодовые имена поменяем? Зяблик, енотик, детский сад какой-то. Как дочка майора придумала, так называемся. Скажи спасибо, что не удот или выхухоль. Опа. О, здорово, Сергей. Здорово, Петрович. Здорово, мужики. А что у вас тут такое? Что за собрание с автоматами? Петрович, ты это, не сердись. Ну, в общем, мы твою квартиру штурмовать будем. Да хорош, мужики, вы что? Да достали уже. Опять из меня преступника делаете? Мы в одной школе вместе учились. Витя, отойдем. У нас в городе всего одна школа. Мы все в ней учились. Ну ты тоже пойми, Петрович, ну мы же тоже не так вот по своей воле. Ну, приказ, все. Похоже, у майора там на тебя зуб. Лучше бы он успокоился, пока этот зуб у него есть. Ладно, я с ним еще поговорю. Серый, одна просьба. У меня там девушка в гостях. Дай часик, а потом штурмуй. Че? Не, ну 5 минут, это я понимаю. Ну ладно. Ну что, ну, а потом что вы делать будете вообще? А? Не, полчаса, Витек, больше не обещаю. Все, да. Все. Я тоже на работе, понимаешь? Петрович, это самое. Слышишь? Че? А можно я к тебе в одно место заскочу? По-быстрому. Ладно, только разуйся и тапочки можешь сына взять. Ага. Дело человеческое. 5 сек. Слушай, как думаешь, до футбола успеем? Не знаю. Если что, у Петровича посмотрим. Мужики, вон, бутерброды. Спасибо. Чаек. Вы же на службу? На чаек закусывайте. А за это часик никаких штурмов. Договорились? Петрович, я вот не понял. Че? Вот это вот как называется? Это называется личная жизнь. А? Тебя, кстати, тоже советую, а то нервный какой-то. А в чем проблема? А проблема в том, что это дочка моя. Папа, мне скоро 30 лет. Ты мне поговори еще. Домой пошла. Пап! Быстро марш. Мам, я дома. Личная жизнь. Серый, ну, честно, ну, извини. Не, ну... Ну, городок у нас маленький. Куда ни плюнь, чья-то родственница. Не злись. На, лучше чайку хлебни. Не, ну... Ну, Серый. Витя, ну... Ну, Серега. Не, ну, есть папа, Витя, ну, как-то, ну... Это что такое вообще? У нас тут спецоперация или что у нас тут? Внимание, Зяблик! Говорит енотик. Енотик звонит. Команда штурм. Повторяю, команда штурм. Серег, ну ты че? Да ну его к лешему, этого майора. Что-то задолбал меня немного этот енотик. Скажу енотику, что у Зяблика батарейка села. И все, давай, твое здоровье. Спасибо. Смотри мне. Спасибо, Серый. Витюша, ты это... Ну, ей-богу, ну какой из меня преступник-то? Правильно? Так, отряд! Я не понял, вы что, совсем нюх потеряли? Я сказал, команда штурм! Я тебя сколько раз говорил. Вот ты мой гараж получишь. Во дворе ставь свое корыто. Что? А ну-ка взять его, я приказываю! О, все, у меня смена закончилась. Всем пока. Петрович, я чай заберу, ты не против? Давай, давай. А, мужики, дайте чай. Да, я вообще на сегодня заявление на отгул писал. Так что... И я в футбол же. А мы же матч никогда не пропускаем. Да, и вы вообще тут потише, а то мы полицию вызовем. Кто-то развели тут малину. Соседи у нас. Да.
Пать, а я говорил, переезжать надо. Да, вообще.